بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Сегодня уважаемые участники форума, гости республики, сегодня мы собрались на этом форуме для того, чтобы вспомнить самого дорогого для нас человека, нашего учителя, наставника, ученого богослова шейха Саида Афанди Куддиси Руху. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Бисмиллахи ррахмани ррахим». «Аля инна аулия Аллахи ля хауфун алейхим ва лахум яхзанун». Садак Аллаху л'адим. Знайте, что праведники Аллаха не будут испытывать страха в судный день и не будут печалиться за то, что упустили из удела этого мира. Нет сомнений ведь в том, что шейх Саид Афанди был из числа праведников Аллаха. И в первую очередь мне хочется поблагодарить Всевышнего Аллаха за то, что в самые трудные для нашей республики, для нашей страны годы он дал нам такого духовного наставника, как шейх Саид Афанди, который сыграл огромную роль в духовной и общественно-политической жизни народа. Особо можно выделить начало и конец 90-х годов, период, когда люди теряли все ориентиры и не знали, что их ожидает завтра. Шейх Саид Афанди направил усилия богослову Дагестана в русло сохранения мира и стабильности республики. И то, что Дагестан смог избежать войны и потерь, это месть, его немалая заслуга. Говоря о Саиде Афанди, как о духовном наставнике, шейхе, ишане, хочу подчеркнуть, что та цепь преемственности, которая дошла до нас от Зайнулла Ишана посредством духовных наставников, сохранила свои основы и передалась благодаря также стараниям Саида Афанди. Шейх Саид Афанди обучал людей богобоязненности, следованию призыву Корана и сунне пророка, алейхиссалату вассалам, через поминание Аллаха. За свою жизнь Саиду Афанди, как простому человеку и как духовному наставнику, приходилось встречаться с различными людьми, политиками, чиновниками, алимами, односельчанами и простым народом. И каждый из них замечал его благородное качество, коим он обладал в совершенстве. Видя это, многие люди, как его единомышленники, так и другие, проявляли к нему огромное уважение. Это и был его призыв суфизма. Известный ученый Ибн Хаджар в книге «Тухфатул Мухтадж» пишет: «Ат-тасауфу ал-мабниги алайхи татхиру л-батин ва-захир من كل خلق داني وتحليته بكل كمال ديني هو أفضل العلوم. Суфизм основан на очищении как внутренних помыслов, так и внешних нравов человека от всех низменных, порицаемых качеств и на их облагораживании достижением духовного совершенства. Это и есть лучшее из наук. Шейх Саид Афанди всецело посвятил себя служению религии Аллаха, защите и сохранению его ценностей, об этом свидетельствуют его книги и проповеди. Каждая его книга, написанная согласно требованию времени, сохраняет свою актуальность и поныне. Современной молодежи будет очень полезно изучать его биографию, читать его труды и черпать из них знания. Ранее мы проводили конференцию Асакула Кади Башларови, проводятся расулевские чтения, а сегодня мы собрались на форуме в память шейха Саида Афанди Куддиси Руху. На мой взгляд, основной целью проведения подобных форумов и конференций является то, чтобы последующие поколения сохранили, берегли память о наших шейхах. Сегодня еще живы люди, которые знали Саида Афанди, работали и общались с ним. Придет время, когда одно поколение сменит другое. И то наследие, которое он оставил после себя, и которое мы передаем нашим детям, а также светлая память о нем, навсегда останутся в сердцах людей.
И хочется несколько слов сказать политическими, конечно, эти слова нельзя. Я благодарю Аллаха за то, что Аллах Всевышний дал королю Саудовской Аравии посетить Россию, показать свое уважение, искреннюю любовь к нашему президенту, гражданам России. Это вы не думаете, я куда-то буду баллотироваться и политические баллы для себя хочу набирать. Нет, я не буду выдвигаться. У меня путь одна. Я этим что хочу сказать? Наша Россия очень сильная страна. Ну, Саудовская Аравия тоже, я считаю, сильной страной, но духовно сильной. Когда физическая сильная страна Россия и духовно сильная страна Саудовская Аравия будут друг с другом дружить, я думаю, во всем мире будет воцарить мир. И это для всего мира очень важный момент. За это я благодарю Аллаха. Еще я благодарю Аллаха, Алхамдулиллах, за то, что мы, наш маджлис, мероприятие начали чтением Корана. Но чтецом был житель Саудовской Аравии из Медины. Это просто, даже если он, его присутствие в нашей маджлисе, это о многом говорит. А то, что он здесь вышел, поддержал, в руках держал четки и искренне читал. Вот это меня больше всего радует. Радует то, что король Саудовской Аравии прибыл в Россию, показал свое уже уважение. Радует то, что житель Саудовской Аравии, Медины именно, здесь, в нашей конференции, где говорят о шейхах, ведь говорили же недавно в прошлом, Саудовская Аравия, ваххабистская страна. А где же это ваххабисты? Это же была политика чистая. Вот же король оказался не ваххабистом, жители оказались не ваххабистами. Значит, это просто миф. Еще я хочу благодарить Аллаха. Недавно в прошлом, например, я про себя говорю. Вот такие, это, может, наверное, кинотеатры называются. Я в таких местах не бывал никогда. Сегодня я благодарю Аллаха за то, что я здесь. За то, что я вместе с вами, мы обсуждаем одну тему, говорим о святых людях. Видите времена, как меняются. Недавно в прошлом я благодарил за то, что я в такие места не заходил. Сегодня я благодарю за то, что я здесь нахожусь. Алхамдулилля. И то, что я тогда не мог говорить, вы не думайте это, что мои слезы, слезы печали. Это может слезы радости. Я очень рад тем, что мои друзья, мои близкие люди, они покинули этот мир. Просто они, им не нужно было здесь жить, но покинули как мужчины. Вы представляете, когда отца убили, сын становился на его месте. Вот где мужество. Вместо того, чтобы уходить, убегать, мама же могла ему сказать, нет, отца тоже убили, ты не становись, нет. Ни один шаг назад никто не делал. Это меня радует. И, иншааллах, в дальнейшем у нас все будет, я не говорю хорошо, лучше. И я ни на 1% не сомневаюсь. У нас в Дагестане, у нас в России будет лучше. Почему будет лучше? Тоже я объясню. Не от того, что мой дедушка, вот Абдулхамид Афанди в свое время говорил, в 77 году его не стало. Это получается где-то лет 40 тому назад.
Он же последний день это не говорил, еще раньше говорил. Он говорил, если это государство, государственные чиновники поймут, какую пользу они могут получать от алимов, алими, какую пользу принесут стране, они бы их просто так, ну, по-аварски говорят, нахта бухуншум хихилян, а по-русски как говорит, я не знаю. На руках бы они носили бы этих алимов. Я думаю, наш президент, президент страны имеется в виду, вот это понял. Понял, что от религиозных людей можно ожидать только пользу. Религиозные люди, именно они являются патриотами страны. Не понаслышке он это чувствовал, он видел. Поэтому вчера здесь глава республики, вы же видели, вы же слышали, он говорит, спасатели Дагестана вот здесь сидят. До сих пор они здесь не сидели. Они до сих пор в другом месте сидели. А вчера оказались они здесь. Вот я почему говорю, президент страны начал понимать, от религиозных людей можно ожидать только пользу, только поддержку. И никогда религиозные люди не подведут. За это я благодарю Аллаха. И я еще раз говорю, все будет хорошо. Конечно, Саид Афанди вместе с нами нету. Саид Афанди много будут. Вы же поняли меня? Много будут они. И в Татаристане будет Саид Афанди. И в других странах будут Саид Афанди. До появления имама Махди тарикат будет. Пока тарикат будет, патриоты тоже будут. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатух.